Англии на тренировках мы это делали уже 100 раз. Мы должны забраться наверх и угомонить эти пушки. Рота-Док, слушайте! Ребята на побережье рассчитывают на нас, чтобы уничтожить прибрежное орудие на утесах! Двигайтесь быстро! Собирайтесь наверх и делайте работу! Рейнджеры, приготовиться к высадке! 30 секунд! Да благословит вас Бог! Вы знаете, что делать! Пошли! Получим ублюдка! У меня плохое предчувствие. Я всех приветствую. Сегодня я буду проходить кампанию Нормандия 44. Новая кампания от Макина. Первая миссия. Мы высаживаемся где-то на острове. Такая ситуация, в общем-то, неприятная. Нам надо будет занять этот остров опять. Так, ну давайте попробуем. Так, в дневнике у нас ничего нету. Патронов маловато. Маловато будет их там. Ой. Ой-ой-ой-ой. Ситуация у нас, конечно, прям. Без комментариев. Yeah.
что такое? Я по нему не попал ни разу. Нет, меня сразу же. Просекает, просекает они все. Нужно как-то походу уйти. Да ё-моё, тут еще и мины. Меня еще и стреляют. Они прям дают понять то, что у нас мало шансов. Что нам делать? Что это такое? Нет, она меня. Почему-то в меня. Ну как? Она же поворачиваться не может. Это же доисторические пулеметы. Еще и темный экран. Так, я не понял. Оружие еще что ли клинит? Я не мог сейчас стрелять. А как пулемета-то спрятаться? Так, это что? Это обычная граната, где? Ничего себе, вот это меня оконтужило так знатно. Что делать? Нет, а, нет, это вообще нечестно сейчас было. Меня... А может я на минус стал? Господи, почему они так любят делать миссии про то, как нужно на берег высаживаться? Куда стрелять? Я опять не могу стрелять. Что такое? Я не могу стрелять. Пытаюсь. Участок очищен. Ничего себе. Да что ж такое? Нет! Пулемет! Где он? Ё-моё, что в прошлом месте? Что это? Какая... Горит одно место. Да, ну давайте попробуем тупо вперед. Так. Нет. Опа, но
убил, кажется. Я один пулемет уничтожил, это вроде неплохо. Неплохую я позицию занял, просто меня обстреливают с всех сторон. Отвлеките меня! Ёк-макарёк, я же там пулеметчика убил, двух пулеметчиков даже. Просто мои подопечные не особо хотят. Или может они просто сдохли уже все. Ё-моё. Обожаю. Почему нету миссий, когда мы должны обстреливать? Есть миссия, когда нас обстреливают. С этой винтовки не попадешь. Так, я аккуратненько пытаюсь войти. Может, не заметят. Я даже не вижу. Так, это максимум, что я могу пока что сделать. Господи. Что ж такое? Откуда? Это тоже не в завидной ситуации. А ё-моё! Не спрячешься, не убежишь! Сколько нас тут? Ах, там... О-хо-хо. Почему нет варианта сдохнуть? Да не меня видит. Пулеметчики! Пощадите, ну блин, ну уж понимаете, что... Вы понимаете, что будет мир, если вы просто сдохнете, ну ёп... Так, те безобидные... Кто-то меня выстрелил! Успокойтесь, прошу вас. Ну опять это. Нет, не вставай! Капец, пока я встал, меня убили. Их обойти. Рейнджеры,
Да ё-моё, ну ш... Господи. Ой, ё-моё, просто бежать хочу! Чё они видят-то? Где эти дымовые шашки, не могу понять. О которых так усердно нам рассказывал. Вроде неплохо. Прошлой миссии, когда у нас была аналогичная ситуация, у нас были хотя бы гранатометы. В этой ситуации у нас нет ничего. Еще нужно... Автосохранение. Вовремя я сохранился. Нет. Что такое? Почему экран затух? Что это? Нужно выжить. Нет, какие оставшиеся бункеры? Вы чего? Чего вы делаете-то? Зачем мне это? Ё-моё! Зачем вы мне это дали? Все нормально было, что такое? Зачем-то мне это... Огнемет дали. Он мне даром здесь сейчас не сдался. Нет, опять сохран... Попробовать что-то новое, но не сейчас. Ну здравствуйте, фрицы! Ёбаные. Да, надолго мы застряли на этой миссии. Еще ППС у меня ниже среднего. Полно мин, смотрите, куда наступаете! Гранат, попробую. Я ранен! Ходу! Санитар! Санитар! И сейчас я этим фрицам-то покажу. Где тут у нас раки зимуют? Возьму эту штуку. На. Не пытайся спрятаться. Нет! Ах ты, гаденыш, а? Вот вы продвинутые, а? Только посмотрите, что третий рейх вытворяет. Еще раз попробую гранату кинуть.
граната какая-то взорвалась. Неужели не сами себя? Ненароком. Удачи наконец-то на моей стороне. Да, здесь все сдохло. То есть я... Опять их закручены. Все, готовьте! Свои задницы, сдохни! Как я этого долго ждал. А ты что тут делаешь? Ну-ка. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Блин. Нет, нет, вниз не надо. Ой-ой-ой-ой-ой. Ах, это будет очень долго. Фриц прямо на мне стоял. Как я так не заметил? Надеюсь, граната хотя бы сейчас-то бьет. Я хочу посмотреть, кто меня сейчас убил. Мы, кстати, Виктор тоже поиграем. Где? Так, у нас там автосохранение было. Пойдемте. Еще разок попробуем. Я не буду вырезать неудачные сцены, чтобы вы поняли, насколько... Сложна эта миссия. Первая причем. Первая вступительная миссия, которая определяет тон и настроение вообще всей компании. Давай.
места. Ну-ка пошел отсюда, это мой бункер. Я кому сказал? Ну-ка покажись. Они меня очень усердно штурмуют, но я не сдаюсь. Они, наверное, поджидают меня, пока я выйду. Собирается там. Да. Сейчас попробуем придумать что-нибудь. Тут чисто! Пошли! Open the door. Hello. Такой звук был. Так, у нас тут... О, а, вот. У нас тут участки. Бункер, бункер. Здравствуйте. Тут чисто! Все, пулеметики мы уничтожим. Минное поле! Берегись мин! Я уже столько много сделал. Опять мне этот говно. Так. Ух, автосохранение. Ой.
я поджег. Прикольно. Допустим, так. Прикольно они тут сделали, кстати. Ай, ё-моё! Кольт. О, Кольтик. Специально для таких, как... Сдохните! Вот это я их наказал. Ту... И еще один. Да. Да, мы поняли, что самому лучше не умирать. Ой, то есть не поджигаться. Ой, неужели их нужно выводить? Ну, чё, бить просто нельзя. Ой, кажется, я сейчас умру. Гореть! Ты что-то не понял, что ли? Да ты фриц! Ох, как же я с ними так хорошо в первый раз-то разобрался. Сколько на вас керосина нужно потратить? Ну-ка, Коль.
все, до свидания. Неудобно, конечно, без автомата. Очень неудобно. Не выпрыгивают толпой и расходятся. Батута, конечно, без разницы, есть дым, нет. А мне вот очень сильно это мешает. Блин, там пулеметчик, а только что заметил. Нечестно, нечестно. С этим кривым, блин, у него прицел сбит, кстати. Вот и кончилось. Маузер. Thank you.
Жаль, что нельзя в рукопашку было. Так бы я ему сейчас локтя бы прописал. БНМ-8, да. Что ж, когда... Когда у нас есть пушка, все так легко становится. Так. Дверь открывать, я так понимаю, вы не хотите, да? Ну ладно, давайте тогда по-плохому будем. Поддадим вам. Миссия успешно завершена. Как я ждал этой надписи. Что ж, вот была у нас... Прошли первую миссию кампании. Очень сложно было. Посмотрим, что будет дальше. Бейкер-1-6. Вызывает Шугар Чарли 6. Задание выполнено. Нужны подкрепления и боеприпасы. Высокие потери. Отбой. Don't shoot! Please! Nicht schießen! Знаешь, Дэвис, я почти завидую этим фрицам. Для них-то война уже закончилась. Будем надеяться, в штабе они расскажут что-нибудь полезное.